Привет, дорогие друзья. Пришла вот такая маленькая посылочка. Внутри должен лежать тестер KCX-017. Что? Давайте откроем. Смотрим, что там внутри. Да, вот он, маленький, беленький тестер. Сейчас перейдем к тестам. Для проведения тестов нам понадобится еще один тестер для сравнения. Нагрузка на 1,2 ампера. И профессиональная нагрузка до 3 ампера. И источник питания на 3 ампера. Что, давайте подключать, смотреть. Рабочий ли тестер для начала? Так, тестер рабочий. Смотрю, вижу, продавец его перед отправкой проверял, так как есть сохраненное значение. Данные очистили. Так, ну что, подключим тестеру обычную нагрузку для начала. Посмотрим. Вот тут сразу 2 ампера, 1 ампер. Теперь попробуем сравнить с другим тестером, который более дорогой, более профессиональный. Включим их друг напротив друга. Так, это тестер нужно изображение, чтобы перевернулось. Сейчас мы это сделаем. Отлично. Так, сбросим значение, чтобы не отвлекали. Так, и подключим. И что мы видим? Через два тестера текает ток примерно равный. Так, значит, у нас беленький тестер у нас не врет, показывает довольно точно. Так, а вот напряжение в том тестере уже просело. Это связано с падением напряжения на выходе белого тестера. Так, ну, можно сказать, что показывает он довольно точно. Так, давайте проверим нагрузкой более профессиональной, которая сможет до 3 ампера разогнать. Так, это у нас 2 ампера ровно. Ну, доведем до 3 ампер. Разрядный блок. Паспорт он позволяет 3 ампер. Ампера ровно, без проседания по напряжению. Все, убираем. Все обратно. Так, уже заработал вентилятор для охлаждения радиатора. Отключаем. Так, для чего нужен этот маленький тестер? Пару слов расскажу об его особенности. Данный тестер хорош тем, что можно к нему подключать кабели в этот разъем microUSB. И через них можно тестировать кабели на качество. Сейчас я вам покажу, как это делается. Для этого мне нужно взять какой-нибудь кабель из своих запасов. Вот я взял кабель из дешевой зарядки. Что мы делаем? Включаем наш источник питания. Выход данного кабеля microUSB. Включаем
Растем в этом тестере. Так, что мы видим? Напряжение. Ну, уже просело от того, что было. Теперь вставляем хорошую нагрузку. Будем проводить тесты на этой нагрузке. И подадим ток 1 ампер. Что мы видим? У нас по кабелю просело напряжение до 4 вольт. Это значит, что в токе 1 ампер данный кабель нам ничего не зарядит. В лучшем случае, что может дать этот кабель для зарядки? Где-то пол ампера максимум. То, что этот кабель реально даст для зарядки. Больше он, на больше он просто не годится. Попробуем более дорогой, более качественный кабель, который шел зарядным устройством, к которому мы подключили данный тестер в начале видео. Так, вот мы взяли другой кабель, качественный, который шел зарядным устройством, окей. Попробуем, какой он может дать максимальный ток через свой зарядник. Подключаем, вставляем тестер. Так, 5 вольт. Включаем нагрузку. Пол ампера с просадки по напряжению. Повышаем ток. Так, что нам дает 1 ампер? Практически 5 вольт. Это отлично. Теперь попробуем скачать до 2 ампер данный кабель. Посмотрим, что он покажет. Так, 2 ампера, 4,9 вольт. Этого для зарядки вполне достаточно. Устройство. Так, потянет ли этот кабель 3 ампера? Давайте глянем, что можно через него выжать. В принципе, этот кабель можно использовать до 3 ампер. Вполне. Кабель качественный. Так, убираем весь ток до 1 ампера. Все, отключаем нагрузку. Еще пару слов о работе данного тестера. Переключать ячейки двойным кликом. Не один, а одинарным кликом. Одинарный клик переключает ячейки. Двойной клик листает в обратном направлении. Так, очистка значений. Сейчас мы соединим нагрузку. Очистить значение, уже зажать кнопку, подождать несколько секунд и отпустить. Значение стирается. Итак, подведем итоги. Данный тестер через свой маленький шнурок позволяет пускать ток через себя до 3 ампер, наверное, думаю, и больше, как по характеристикам заявлено. Аж 3,5 ампера. Думаю, это соответствует действительности. Данным тестером можно тестировать кабели, зарядные устройства. В принципе, можно тестировать и пауэрбанки, подключая к нему нагрузку. Тестер довольно точен, на удивление. Данный тестер я рекомендую покупке для тестирования кабелей. Для более точных замеров рекомендую покупать более дорогой тестер с более качественным экраном. Что касается сборки, он сделан из хорошего пластика. Оказалось, не тонкий, как это были у меня в прошлых моделях. Собрано качественно. Я очень доволен данным товаром. Покупал данный тестер я для проверки кабелей.
обзоры тех товаров, которые вы сегодня увидели на тесте, будут у меня на канале. Заходите, смотрите, комментируйте. На этом все. До новых встреч.